Под пристальным вниманием полицейских подростковая преступность, коррупция и экстремизм. Об этом на заседании расширенной коллегии рассказали офицеры УМВД. За полгода 2017-го в области зарегистрировано 7800 преступлений. Количество убийств увеличилось на 36%, но все они уже раскрыты. Из положительных тенденций снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 20%. По статистике, каждое четвертое правонарушение, на которое идут подростки, относятся к категории тяжких и особо тяжких. Проведенный анализ показал, что впервые за последние 5 лет возросло число несовершеннолетних преступников, не достигших даже 16-летнего возраста. Беспокойство вызывает и тот факт, что практически каждый пятый правонарушитель на момент совершения преступления не занимался учебной, трудовой или какой-либо иной деятельностью. Злоумышленники активно осваивают всемирную сеть. За полгода зафиксированы 4 преступления экстремистской направленности. Вербовщики, интернет-идеологи все чаще прибегают к социальным сетям. За полугодие по материалам управления возбуждено 17 дел об административных правонарушениях, из которых 15 за массовое распространение экстремистских материалов в сети интернет. В 2 случаях предметом распространения явились материалы радикально-исламской направленности. Все виновные лица привлечены к ответственности. По результатам рассмотрения представленных материалов, управлением Роскомнадзора заблокирован доступ к 18 страницам пользователей социальной сети ВКонтакте. Мониторят сотрудники полиции и сайты, пропагандирующие идеологию суицида. Еще один бич региона – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За полгода таких выявлено 541. Больше 400 относятся к категории тяжких. Из незаконного оборота изъято почти 9 килограммов наркотических средств, в том числе свыше 4 килограмм наркотиков каннабисной группы, 139 грамм героина и более 3 килограмм синтетических наркотиков. Вместе с тем остаются значительные проблемы в расследовании таких преступлений. Отдельным блоком начальнику МВД Андрей Лузин рассказал о преступлениях экономической направленности. Таких было зафиксировано 380, около сотни коррупционных дел. Под пристальное внимание правоохранителей попали и чиновники всех мастей, и должностные лица, и представители власти. В фигурантах – замхозяйственного управления областной думы и заместитель главы 2-й клинической больницы. Выявлено 29 фактов получения взятки, что превышает прошлогодний показатель почти на 50%. В суд направлено 34 уголовных дела в отношении 22 лиц. В завершении коллегии лучшие сотрудники полиции получили ведомственные награды за добросовестный труд и доблесть. Благодарностью отмечен руководством Ивановской полиции и глава города Иваново Владимир Шарыпов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.